Прямому ефірі студії «Репортер». Вітаю я, Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії народного депутата України Миколу Скорика. Микола Леонідович, добрий вечір. Говоримо сьогодні про конференцію, обласну конференцію «Опозиційної платформи «За життя». І пропоную вам поділитися результатами конференції, як пройшла, до чого прийшли. Ну, ми розуміємо, до чого, але від першої особи. Сьогодні пройшла обласна конференція партії «Опозиційна платформа «За життя» і в Одеській області, і городська города Одеси. На цих конференціях були видвинуті делегати, я прошу прощення, кандидати в депутати всіх рівнів, в ОТГ, в райсовети, в Одеський обласний совет, в Одеський городський совет. Були видвинуті наші кандидати на голов ОТГ і городських голов області, там, в частности, Измаил, Болград, Белгород-Днестровский, ну, фактически по всем основным городам идут наши кандидаты, в том числе по городу Одессе. Для меня большая честь партийная конференция городская с при участии руководителя областной партийной организации, сопредседателя нашей партии Вадима Зиновича Рабиновича, оказала мне честь, и партийцы проголосовали за то, чтобы кандидатом от оппозиционной платформы «За життя» на пост Одесского городского головы был я. Для меня это огромная честь, и пользуясь возможностями вашей телекомпании, это первый эфир после вот, Одесской кампании, после конференции. Я бы хотел поблагодарить и руководство партии, и однопартийцев, которые доверили, оказали мне честь, выдвинув меня на пост кандидата в Одесские городские головы. И теперь задача стоит в том, чтобы одесситы поверили в мою кандидатуру, поверили, что именно я тот человек, который может объединить команду, с которой связаны их чаяния, их желания, их понимание развития города. Мы подготовили и тоже приняли на городской конференции программу предвыборную оппозиционной платформы «За життя» по городу Одессе. Она достаточно, скажем, такая вроде и не толстая по объему, но мы, скажем, постарались коснуться основных моментов. В первую очередь, это вопрос социальной защиты одесситов. Мы считаем, что при 11-миллиардном бюджете и при таких нищенских, как в Занзибаре, зарплатах и пенсиях, город должен больше участвовать в материальной поддержке одессита. Это и доплаты к пенсиям, это и льготные магазины, и многие другие вещи. Очень важный блок — это медицина и безопасность. И здесь, мне кажется, тоже как одессит, который живет здесь всю жизнь, есть над чем работать, и мы готовы предложить совершенно иной подход к развитию нашей медицинской отрасли. На фоне реформы Супрун мы считаем, что город недостаточно делает для того, чтобы отстоять нашу медицину, бесплатную медицину, городскую медицину. И третий и четвертый важный блок — это экономика, развитие промышленности, развитие основных отраслей. Мы считаем, что, опять же, то есть делать просто из города там, туристический центр, и когда одесситы работают исключительно в сфере обслуживания, это не совсем комплексный подход к развитию города. В советское время город мог быть и городом-курортом, и городом-здравницей, и городом-промышленным центром, и городом-портом, и так далее. И все это совмещалось, и никакой проблемы в этом не было. И создание рабочих мест — это одно из заданий городской власти. В этой связи мы сегодня говорили на конференции о том законе, который мы с Вадимом Рабиновичем вносили еще в 2014 году, закон о зоне Порто-Франко в Одессе. Он дал возможность в свое время Одессе сделать колоссальный рывок в своем развитии. В первые 100 лет своего развития из безлюдного турецкого поселка и безводного третьим городом в Российской империи всего за 100 лет. За следующие 100 лет он стал одним из крупнейших промышленных центров, судоходных центров, научных и так далее. А вот за последние 30 многие из вот таких завоеваний Одессы были потеряны. Я считаю, что пришло время восстанавливать упущенное, восстанавливать потерянное. Мы прекрасно понимаем сложность задачи и в целом по области, и конкретно по Одессе. И сегодня об этом говорилось на конференции, что основной противник и соперник в борьбе за
пост городского головы в городской совет. Это команда действующего городского головы Геннадия Труханова и связанная с ним местная партия. Так, ну, я помню опыт 2015 года, когда мы не выдвинули кандидата. И, скажем, на этом фоне Геннадий Труханов сумел сложить у одесситов, ну, скажем, следующую повестку дня. Что вот есть оппозиция, которая, да, она там в Киеве, но здесь вот мы как бы то же самое, что оппозиция, только мы с деньгами, мы крепкие хозяйственники и так далее, и мы как бы безальтернативны. Эти выборы будут совершенно другие, и задача нашей команды показать, что альтернатива Труханова и его команды есть, что выигрывать у них можно и нужно, и что есть другая сила в городе, которая действительно может город двигать в ином направлении, потому что проблем, которые я только перечислил часть, это и незаконная застройка, и недобор налогов, и отсутствие паркингов, муниципальных масс, и есть вещей, которые, ну, в рамках вашей программы, который, тайминг, который мы обсуждали в начале, он короткий достаточно, не позволяет сделать детального анализа, но те одесситы, которые знают меня, их вот у многих людей, которые идут в городской совет, достаточно известных, которые, с которыми мы прошли много лет вот в этом созыве местных советов, это и Виктор Баранский, и Виталий Саутенков, и Алексей Еремица, и Богдан Гиганов. Я думаю, что это те люди, которые смогут показать себя в городском совете. У нас очень крепкая команда и в областном совете. Это действующий первый заместитель председателя областного совета Вадим Шкаровский, который неоднократно бывал у вас в студии, князь Хачатрян, многие другие люди, которые действительно, с которыми ассоциируются Виктор Андреенков, Роман Сенник, с которыми ассоциируется оппозиционная платформа «За життя» и в городе Одессе, и в Одесской области. Это яркие личности, яркие политики, пока регионального масштаба, но я думаю, что с большой перспективой и одесситы, и жители области им верят, и это вселяет оптимизм и уверенность. Рішення брати участь в виборах на посаду міського голови – це не тільки вітання, так, з боку однодумців, але й велика відповідальність. Ви, напевно, багато часу там думали, щось зважували, чи йти, чи не йти. Коли остаточно прийняли для себе це рішення, тому що, ну так, це боротьба, ну це місяць, а потім ще, ну, 5 років мінімум. Ви знаєте, я чоловік, який, ну, скажімо, командний ігрок. І якщо, ну, це, може, така розхожа фраза, якщо партія рішить, там, партія сказала «надо», комсомол ответит «есть». Это из нашей, из моей, я прошу прощения, вы этого не застали, из моей молодости. Но я действительно командный игрок, еще раз повторюсь, и для меня решение команды очень много значит. И действительно этот вопрос обсуждался, вопрос «кому идти» обсуждался достаточно долго. Много было кривотолков вокруг этого. На самом деле была дискуссия внутрипартийная для того, чтобы это был максимально эффективный шаг. И в свое время мне очень приятно, так вот действительно совпало, что в свое время в этой студии один из лидеров нашей партии Юрий Бойко сказал о том, что нашим кандидатом буду, вероятнее всего, я. Чевсичнее. И вот первый эфир мой после официального выдвижения как раз у вас. Я благодарен и Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу, и всему стратегическому совету, всей нашей команде за ту доверие. И прекрасно понимаю ответственность. Прекрасно понимаю, я тоже читаю там действующую социологию, действующие рейтинги. Борьба будет достаточно сложная, но очень высокие шансы на победу. Важно действительно правильно провести избирательную кампанию для того, чтобы избиратели увидели в нас реальную альтернативу того, чего они ждут от города, действующему мэру и его команде. Мы действительно, знаете, во многом, ну, скажем, не просто оппоненты, скажем, у нас достаточно непростые личностные отношения с Геннадием Леонидовичем, но мне бы не хотелось, чтобы эта избирательная кампания перешла в эту плоскость. Я очень хочу, чтобы это была именно дискуссия, соревновательность. Я люблю спорт, мы с вами неоднократно играли. Кто выиграл, главное, чтобы это было по правилам, тот и выиграл, тот должен идти дальше. В свое время, знаете, вот когда мы работали там в областном совете, или вот меня в свое время назначали там руководителем областной государственной администрации,
Я вот когда садился в кресло, я понимал, вот мне вроде хотелось быть, а потом я понимал эту ответственность. Я каждый раз этой ответственностью, я считаю, справлялся, хотя мне выпадали достаточно непростые испытания на тех должностях, которые мне попадались и в Крыму, и в Одессе, и в банковской сфере и так далее. Я буду стараться, то есть силы я в себе чувствую, такого шапкозакидательского, что я самый лучший, что я там... как, опять же, у некоторых там, что второй морозли и второй решили. У меня этого нет. Я прекрасно понимаю, то есть я считаю, что у меня есть опыт менеджерской работы, неплохой опыт. Я буду выполнять, если одесситы мне доверят, отдадут свои голоса, свои обязанности честно и прозрачной, стараться профессионально и принимать в команду именно тех, кто может эту команду усилить с профессиональной точки зрения, будучи людьми, преданными городу. Насколько мне удастся убедить в этом одесситов, покажет избирательная кампания. Успішні діяльності міського голови багато що залежить не тільки від складу ради, є там більшість, там монобільшість, але і від тих, хто поруч. Це заступники. Ми знаємо про роль заступників і за часів там пана Гурвіца, Буделана, і нинішній мер теж мав різних заступників. Чи є у вас розуміння команда, з якою ви зайдете? Є от ряд людей, з которыми, от я їх називав уже сьогодні в процесі ефіру, з которыми ми пройшли очень большой і непростой, і сложний путь. От я сказав о... Если говорить о кандидатах в городской совет, это Виктор Баранский, это Виталий Саутенков, это Роман Сенник, это Богдан Генянов, это ряд других людей. Я знаю практически всех, но это люди опытные. Сказать сейчас, вам рассказать, кого я где вижу, там, кого я где там, вижу. Дело в том, что совмещать там место, работу в исполком формируется, совмещать с советом, там есть определенные вопросы с точки зрения законодательства. Я думаю, что вопрос презентации там, команды с точки зрения должностей, он должен быть после уже, то есть делить шкуру неубитого медведя, я думаю, что это будет неправильно. Те люди, которые идут с нами в команде, не со мной в команде, а с нами в команде, эта команда не Скорика, это Скорик, член команды ОПЗЖ. И действительно, да, вокруг меня есть люди, которые, наверное, тянутся там непосредственно ко мне, но я понимаю, что для того, чтобы эффективно исполнять обязанности в нынешней ситуации, нужно быть, еще раз говорю, нужно быть в сильной команде, иначе с учетом нынешних политических реалий тебя просто растопчут. Версия, что, допустим, там где-то в Киеве что-то одно, а мы здесь, у нас местечковое что-то другое, она имеет место быть, но если ты бываешь, если ты часто бываешь в Киеве, ты понимаешь, насколько это условно. Когда тебе присылают начальника завтра из Киева, который вообще ничего не знает, никогда не видел, и все меняется. Я сам работал на избираемой должности как председатель областного совета и работал, скажем, в исполнительной власти как министр финансов Крыма и как губернатор Одесской области. Могу вам сказать, что в особенности вот работы губернатора, она во многом зависит не от того, что скажут люди, как ты эффективно исполняешь свои обязанности, а как тебя оценивают там определенные люди там в администрации президента и так далее. И это непростые вещи, и для того, чтобы этому противостоять, и для того, чтобы выполнять именно функции свои так, чтобы они были полезны, эффективны именно для региона, для его жителей, ты должен быть в команде, которая бы могла тебя в хорошем смысле слова защитить, и которая могла бы двигать общее дело именно в том направлении, куда вы наметили на выборах, и так, как вы пообещали людям в избирательной программе, а не... пришли к выборам, забыли, то есть после выборов забыли о том, что вы обещали на выборах, и там живете до следующих выборов по какой-то там в своем каком-то мире, а люди в каком-то своем. Это неправильно, это плохо заканчивается, и то, что вот за нашу политическую силу голосовали и в 2019 году за нашего кандидата Юрия Бойко на президентских и на парламентских выборах, мы заняли первое место, уступив только «Слуге народу», за которое голосовали там
на тот момент, просто не глядя, потому что это была партия Зеленского. Сейчас такого не будет. То есть сейчас люди будут голосовать с пониманием того, за кого они голосуют. Не просто потому, что президент взял за руку, там привел, и бог с ним, там, значит, он уже хороший. А люди будут смотреть. И смотреть у каждого, еще раз повторюсь, есть такое модное слово, бэкграунд, там то, что у тебя за спиной, то, как ты шел. Я не там, строю из себя святого, или там у меня все, наверное, было идеально, наверное, были и проблемы, и были какие-то ошибки, но это все было на виду, и я все могу, скажем, объяснить, рассказать, и, скажем, те, опять же, успехи, которых мы добивались, они тоже люди помнят, я надеюсь, и сделают свой выбор правильно. Питання взаємовідносин з центральною владою дуже важливо. Ну, з одного боку, зараз, коли ви там представляєте опозиційну платформу «За життя», в опозиції до діючої влади і до минулої, ну, так працюєш, але критикуєш, а тут після 25 жовтня може все змінитися. І по деяких питаннях потрібно десь, ну, знаходити консенсус, і лише там критикувати вже не вийде. Ну, мы сейчас, если вы заметили, так, в парламенте, мы стараемся не просто критиковать, а предлагать. Ну, вот основная тема, вот сегодня очень знаменательная, я, кстати, поздравляю вас и наших телезрителей. Сегодня праздник Рождества Пречистой и Пресвятой Богородицы, это большой православный праздник, и сегодня, ну, достаточно такой значимый, как на мой взгляд, праздник светский. То есть сегодня ООН учредил в свое время, и сегодня он празднуется, День мира. Вот мы единственная политическая сила, которая не просто говорит, что мы хотим мира, там не знаем как, а мы четко предлагаем, наши лидеры Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович предлагают, скажем, те шаги, которые направлены на установление мира в стране, на его реальное восстановление и так далее. И мы не просто говорим, что давайте там, а мы говорим, давайте сделаем вот так, вот так и вот так. То же самое по социальной защите, то же самое по отмене медицинской реформы, то же самое по восстановлению экономики. И здесь понятно, что должен быть диалог, скажем, вот чем мне нынешний парламент нравится больше, чем предыдущий, потому что в этом парламенте я вижу, ну, скажем, какой-то вот хоть намек на консенсус, потому что, допустим, если в прошлом созыве ни одного моего законопроекта не заходило даже в зал, то в этом созыве я уже был соавтором достаточно ключевого, важного законопроекта, касающегося вопросов банкротства, недопущения банкротства, кстати, очень важной темы тепловых предприятий, теплопоставляющих, водоснабжающих предприятий, с тем, чтобы вот нынешний закон о банкротстве, он позволяет просто их разорвать на куски, и мы приняли закон вместе с рядом представителей «Слуги народа», чтобы этого не произошло. Я там был первым автором, то есть в прошлом созыве это было в принципе невозможно. Поэтому, к чему я привел этот пример? К тому, что я достаточно, ну, скажем, в хорошем смысле слова компромиссный человек, но у меня есть, как модно любят сейчас говорить наши политические оппоненты в лице там Порошенко и компании, они там полюбляют малювати червоні лінії, там, за которые нельзя куда-то переступать. У меня есть тоже червоні лінії. Я не приемлю людей, которые, прикрываясь патриотическими, псевдопатриотическими гаслами, уничтожают свою страну, которые сделали из патриотизма профессию. Мне это не нравится. Я считаю, что все должны быть равны перед законом. Если ты кричишь, что ты патриот, ты не можешь нарушать законы, многие другие вещи. Я считаю, что действительно, если мы наведем порядок с точки зрения того, что перед законом все равны, то многие проблемы в стране отпадут сами собой. И, скажем, там, уличная преступность, и нерасследованные преступления по различным причинам, потому что у нас есть каста недоторканных, которых нельзя там трогать только потому, что они называют себя патриотами. Это неправильно, и вот сегодняшние события вокруг нашей конференции лишний раз это подтвердили. Ну, против чего вы протестуете, что мы собрались на свою конференцию, мы вас трогаем, принимайте, что вы хотите, вы завесили весь город, что вы там захистите від когось Одесу. Захищайте, доказуйте одеситам, що ви, що на них хтось нападає здесь, що ви повинні їх захищати, що ви їх захищаєте, що вони в це повірили, а не нападіннями на нашу політичну силу. Я вважаю, що це не путь в нікуди, і це далі продовжує розкалувати країну і міст. А з іншої сторони, в місті є, скажімо, цих патріотів, що їм управляють.
потому что у нас город достаточно коммерциализированный в силу того, что Одесса — это Одесса, и, скажем, направляют их в то русло, как кому-то удобно. Честно скажу, я вот последнее время, я достаточно много критикую органы внутренних дел, но последнее время они стараются выполнять свои обязанности честно и профессионально, несмотря на весь, на все давление, которое на них оказывается. Я пригадую 13-14 роки, і ви, будучи губернатором Одещини, виконували функцію десь миротворця. Я пам'ятаю, це за круглий стіл намагалися посадити представників всіх політичних напрямків. Да, там були свободи, і хто угодно. І я вважаю, що ну, якщо одесити оберуть вас 25 жовтня, потрібно вже бути мером всіх одеситів, всіх, а не лише обранців ПЗЖ. Я це добре розумію. От, ви знаєте, сьогодні ми піднімали питання, навіть ви ведете програму згідно закону, ведете програму української мови. От сьогодні ми піднімали вопрос російського язика. Я завжди на всіх центральних каналах завжди спілкуюся українською мовою. Я вважаю, що це ну, так потрібно на центральних каналах, державних каналах, загальнодержавних, тобто згідно їхньої мережі. Я не думаю, що я набагато гірше знаю українську мову, ніж мої однолітки і співвітчизники, там, скажімо, з західних чи центральних областей, але я все ж таки більше російськомовна людина. Тобто я вважаю, що віднімають у людей право обучати дітей на російському язику, російській літературі. Це совершенно неправильно. Там переводить, скажем, Пушкина, Лермонтова, Бунина или Достоевского на украинский язык в Украине – это глупость. Допустим, переводить на украинский язык там Джейса Фенімора Купера, Стивенсона, Астрид Линдгрен, кого угодно из западных писателей, поэтов, классиков. Я считаю, что это нормально. Но Одесса во многом завязана на русскую культуру, хотя бы потому, что великий русский писатель Пушкин здесь жил, и есть масса пересечений. Тут же Бунин, тут же Катаев и так далее. И говорит, что это все не было только потому, что они писали на русском, что это все там отрыжки Российской империи, это совершенно неправильно. Мы многонациональная страна, и это наша культура, не надо нас от нее отрезать. И то, что мы живем в государстве Украины, не значит, что мы не имеем отношения к этой культуре. И сталкивая таким образом людей, вот, для меня это совершенно неприемлемо. Я вижу, вот, можно много критиковать Советский Союз, там, наверное, было за что. Но там прекрасно существовала украинская и российская мова. И я вдячный, скажем, своей рідній средней школе номер 121 за то, что я могу вільно розмовляти українською мовою. І розмовляв українською мовою тоді в ще більш російськомовному місті в 80-х роках минулого століття Одесі. І ніяк це не противоречило одно другому. І вивісок було море на українському язикі. Із трьох каналів один віщав тільки на українському язикі. Тобто, і було нормальне сосуществування язиків. Я навіть цікавився, у мене були, ну, к сожалению, вже покійні друзі, от, які працювали, старші товариші, так можна сказати, в своє время в ЦК КПУ, в Верховній Раді УССР. Всі документи писались на двох язиках. И в КПУ, в ЦК КПУ, и в Верховной Раде Украинской ССР, в Верховном Совете Украинской ССР. И таких примеров, еще раз повторюсь, можно приводить достаточно много. Нам нужно вернуться к нормальному. Вот слова того гимна у СССР «Живи Украина прекрасна и сильна». Вот я хочу видеть свою страну и наш город Одесса прекрасным, сильным городом, прекрасную, сильную страну. Одесса, вот из всего того, чем мы обладали, там очень много говорится о том, что мы потеряли. Одно из того, чего мы потеряли, это Черноморское морское пароходство. И когда я вижу, как остаточные скандалы в отношении территории пароходства, его там дорезают, как-то допиливают и так далее, а я помню еще, какое это было, то есть у меня никто не работал, потому что мои родители не работали в ЧМП, но у меня в классе было много ребят, у которых, как тогда говорили, папы плавали. И насколько это была мощная организация. И, честно скажу, там, в хорошем смысле слова, у меня ностальгия по тем временам, когда были и мощные предприятия, и мощное ЧМП, и мощные другие вещи. И это все надо в Одессу возвращать. И разделять людей именно по языковому принципу нельзя. Наоборот, оно должно масс объединять. То есть Одесса должна быть притяжением для всех, незалежно від того, розмовляєш ти українською, російською, англійською, чи навіть китайською. Китайці зараз дуже просуваються на захід. Микола Леонідович, дякую вам за перше інтерв'ю в особливому вам статусі. За кілька хвилин вже на репортері новини. Бажаю вам гідно пройти цей шлях до 25 жовтня.
Успіхів. А на телеканалі «Репортер. Заражені війни» залишайтесь. З вами був Віталій Хемій.